Приветище! Добро пожаловать в грязный пупочек! Таверна твоей мечты! Уже смотри, какие белые оттенки кирпича! И прекрасный, черепица крыши! Вот, вспомнил под конец предложение. Что мы сегодня с тобой будем делать? Ну, во-первых, я хочу сделать перестановку, потому что у меня клиенты, которые вдвоем приходят, садятся за стол для четверых. Они как бы, им лень дойти сюда, поэтому мы сейчас быстренько вот этот столик убираем себе в карман. Желательно... А, нет, в карман не получается. Чтобы убрать в инвентарь, вот. Убираем в инвентарь. Это тоже мы убираем в инвентарь. Можно, кстати, дозаказать столиков. Хотя я бы этого очень не хотел, так как я не успеваю даже обслуживать эти. Поэтому я подожду фею. Когда у меня фея еще одна появится, тогда будут столы. Опа. Нифига себе, убрал стол и два мешка с золотом нашел. Надо почаще перестановку делать. Значит, выходит, что сюда мы ставим мебель для четверых пассажиров. Разворачиваем и ставим. И сюда то же самое. Для четверых пассажиров. А, сюда нельзя поставить. Тогда еще один столик будет стоять где-то здесь, у выхода. Да, по-моему, это будет норм. Вот. Но остальные два столика мы, наверное, где-нибудь воткнем здесь. Своего рода это будет приватная комната. Для двоих. И сюда, кстати, отлично столик вписывается. Вот так вот. Ну и, в принципе, в приватную комнатку можно еще кого-нибудь подсадить, а чего бы и нет. Не такая уж и приватная получится, но зато с уютом. В тесноте да не в обиде. Ну что ж, столы расставлены, пиво разлито, а еда на столе стынет. Пойдем посмотрим, что я могу еще... мне надо прикупить 5 кусков мяса. Точно. Денег у меня 1000, потому что я 2 дня потратил на переработку, чтобы заработать эти деньги. Как ты можешь заметить, уже 14-й день у нас идет в игре. А мы остановились на 12-м, если не сложно тебе посчитать. И мы сейчас в доставке покупаем 10 единиц миска. Доставляй нам. И зайдем в улучшение. Что я хочу здесь улучшить? Ну, листайся же. Во-первых, я хочу улучшить, наверное, котел. Больше посуды у нас будет. Да. Котел как-то изменился? По-моему, нифига. Как им он был? Кофе появился. Тут кофе я вижу. Зерно. Зерновое. Что еще мы можем улучшить? Таверну 5 уровня. А, нет, стой. 6 сразу можем купить. И 700 есть. Но, увы, я пока что не продвинулся по сюжету. Но я слышу, что конь уже приехал. И сейчас мы продвинемся по нему. Прям так мясо привезли? Благодарю. Спасибо, свежайшее. Новое задание. Приготовьте мясо. Нет проблем. Нам только нужно всего лишь гриль разжечь. Теперь вы можете готовить жареное мясо. Вам нужно дрова и мясо. Нарежьте мясо, удерживая и двигая ЛКМ, отбейте мясо, пожарьте его, и, в принципе, все, окей. Блин, лошадь, ну, тут не могла потерпеть-то. Где-нибудь там в леску насрать. Берем, значит, дрова, закидываем в нашу грильную. Мы должны успеть ко всему. Вот оно, мясцо. Нарезаем аккуратненько. Давай, давай, давай. А, вон он, как это делается. Рубим и пилим. Рубим и пилим. Интересная задумка и реализация. Чё, все? Отбиваем теперь наш стейк. Как его только отбить? Как прекрасно это выглядит. Стейк отбит. Закидываем. Перевернул рано. Ну ничего, хорошо, тоже неплохо. Все. Стейк сготовлен. Ну что, в принципе, все готово. Я сейчас еще хочу декоративные всякие штуки, наверное, дозаказать. А погоди, что у меня? Подайте мясо, подайте суп, подайте эль, подайте колбасу. Я понял. Давай, значит, мы тогда закажем все-таки... Все-таки еще 2 деревянную мебель. Дальше мы закажем украшение в виде
Я хотел огромного зеркала, потому что у нас его в принципе нет. Есть еще какие-нибудь зеркала? Во, вот такое зеркало хочу. Вот такой вот книжный шкаф с подсветочкой. И пока что все, наверное. Да. Везите нам. А я пойду открывать свою забегаловку. Всего-всего-всего наготовлено и всего-всего в большом количестве нужно подать. Доставка в пути через 30 секунд будет. Кто-то у меня там стоит? Нет, мне показалось. Накручу себе воды. Сразу залью в свой чан для приготовления супов. Вот так-то. Тут у нас что? Тут с водой все ок. Привет, Иго-го, бро. Берем короба. И сюда. И пока что нет посетителей, займемся расстановкой еще двух. Опа, посетители уже идут. Давай-ка сюда столик. Можно как-то... Нет, я думал... Стой, подожди, можно вот как сделать. Так будет более... Более вместительно. Один сюда. И один развернем сейчас у окошечка. Вот. Так более вместительно. Пассажиры на 4 человека приземлились. Один хочет стейк и 3 пива. Не вопрос. Первый стейк. Отведайте, шикарнейший, вкусняцкий. Еще там кто-то стейк хочет. Кстати, и суп тут надо. Два супа. О, наконец-то сбросили их. Два супа и стейк. Я бы сам свой стейк отведал, но, увы. Мне не положено. Держите. Кто тут уже натоптал? На 4 человека местов нет, ребят, подождите. Я, конечно, могу им сказать. Пойду, подойду к ним, ладно. Скажу, подождите еще немного, а? Подождите немного, ладно? Обновили таймер, все, ждем. Давайте, ребята, кто-нибудь хавайте побыстрее, место освобождайте. В принципе, мне столы уже и некуда ставить. А если вот этот развернуть, можно еще один воткнуть. Я подумаю над этим, я подумаю. Там еще тоже 4 пассажира бежит. Хочет прям в наш грязный пупочек зайти. Убираем стол, быстренько, быстренько. Фея посуду не моет, потому что она хавает. Надо ей жрачку тоже накинуть. А то за бесплатно работать не хочет. Держи, кушай. Пожрала? Молодец. Молодец, быстренько похавала. Все, этот столик тоже уберем. Кто там хотел? Следующая партия 4. У меня прям ажиотаж. На квадро-столы. Ну, у стейк-колбаса, супец, пивандрос. Элиндрос. И колбасень. Сейчас колбаса. Вот, 4 пива кто-то захотел. Самое главное с пивом не запортачить, потому что у меня... Вот. У меня одно было прокисшее. Сейчас мы его выльем в мойку. И еще 2. Держите, ребят. Еще супец и колбасень. Как удобно, когда у тебя все накрыто. Все приготовлено. Это просто нечто. И надо сейчас поразлить. А, пива нет, прикинь, надо его заказать. У нас пиво кончилось. Пиво, 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 пиво. Ресурсы пива в большом количестве. Желательно 20-ку. 20-ку колбасику. 14 штук надо заказать. Ого, 5000 коинсов я потратил. И 30 предметов. Что? Рассервировал 30 предметов. Так, мясо тоже закажем. Пятюню. Все, пускай везет. Быстро убираем стол. Кто-то тут насрал. Сопли свои напускал. Здравствуйте. Знаешь, что я забыл? Мебель. Сейчас я куда-нибудь воткну. Вот это я хотел куда-то сюда поставить. Развернуть. Там меч даже лежит. Обалденно. Во, классно. Уютно. И еще у меня там что-то было. Настенное зеркало. Вот сюда мы его повесим. Чтоб каждый желающий неподходящее место. В смысле неподходящее? Что ему не нравится? Зеркало-то этому. Куда еще я могу повесить? Сюда, давай сюда тогда. Это слишком высоко, мне кажется, нет? Надо пофиг. Пускай будет так. Но вот книжный стеллаж мне прям понравился. Он тут еще деньги даже лежат с мешочком. Очень классно выглядит. 2 кружки эля, колбаса. А вот, кстати, у меня нету, знаешь, чего...
Отбивных. Извините, отбивные, кстати, по двадцатке продаются. Что-то как-то дешево. Сейчас приготовлю. Давай готовить. А хотя у меня есть что-то? Нет, это тарелки. Да как же тебя нарезать-то? Стоять. Нужно 5 чистой посуды. 5 чистой посуды, а у меня что? Что? Воды нету. Все понятно. Я думаю, где они запропастились-то, эти тарелки. Как будто дрынчик завожу, блин. Кручу-верчу. Вертухай завожу. Вода сюда. Отмывай быстрее, пожалуйста. А я пойду туалет почищу. А то что-то очень грязно у меня в таверне. Хотя туалет не в таверне, но все равно очень грязно. Ножи. Туалет очищен. Великолепно. Но что-то рейтинг чистоты у меня не подбавился. О, все понятно, почему. Все понятно. Засрали просто до нельзя мою тавернушку. Я там слышал, бабка что ли идет или нет? Мне показалось. Так, да, я вижу, что вы хотите. Тут тоже стейков очень дофига желает заказать народ. Прям капец. Ты отмыла? Нет. Отмывай побыстрее, пожалуйста. Давай я тебе помогу. Так. Все. Все отмыто. Огонь потух. Блин, пока мыл посуду, у меня там все потухло. Благо, дрова запасены. Сейчас я бегу. Ни черта не успеваю. Срочный заказ у меня там, кстати, висит. Нужно 5 чистой посуды. Где еще одна тарелка? Кто-то пожрал? Я у кого-то не собрал. Вот это тут, что ли? Сраза! Колбасу. Срочный заказ на колбасу. Это, пожалуйста. Стейк-суп. Давай супы пока раздадим. Пожалуйста. Сосиска. Раз, два, три, четыре сосиски. Вам и вам. И еще одну кружку эля. И надо стойку бы убрать. Надо срочно стойку прибрать. То есть свинство тут понаразводили. 5 нету. Где ж она? А куда она делась-то? Как так-то? У кого тарелка? Я даже не знаю, у кого тарелка-то, может быть, у вас, что ли? У кого тарелка-то запропастилась? Очистите 100 предметов. Так, я знаю, что мне нужно сделать. Мне нужно просто гриль улучшить, чтобы увеличилось... Да. Больше посуды стало. Потому что, я не знаю, у меня где-то одна тарелка под стейк пропала. Сраные бомжары какие-то стащили. Бежим. Сразу же готовить. Давай. Опля! Самый лучший стейк, который я только готовил. Забрали. Потащили. Ваш долгожданный стейк. И ваш. Все, вроде бы. Везде успели. Всем доставили. Сколько времени-то вообще? 18:15. Там две колбасы нужно. Че, ребят, на ночь пожрать захотелось? Приштопали сюда. Че вам надо-то? Две колбасы. Ну нормально, хоть на колбасу налегает, а то я бы так долго квест еще делал. Сейчас только колбасу надо развесить. Ускоряемся. Опа, как быстренько. Две колбасы. Очень здорово. За сегодня, походу, я квеста и не выполню. Кстати, насчет тебя, фея. Сейчас я подарочек тебе сделаю. Своей любимой посудомоечке. Мы возьмем и улучшим ей мойку. Чтобы она немного порадовалась. Вот. Бар, гриль мы не будем улучшать. Новый поднос. Не можем улучшить, пока не завершим квесты. Ждем с еще посетителей. А на четверых, так у меня... вот тут посудку сейчас уберем, и они сядут. Заходите, милостью прошу. Вода закончилась. Сейчас. Я, кстати, даже на мойку не посмотрел, насколько круто она теперь стала. Давай, дрынчик, заводись быстрей. Ну же, крути! Отлично. Забегался я сегодня конкретно.
Мойка. Хотел же посмотреть на мойку. По-моему, какая была, такая и осталась. Да, ничего не изменилось. Мыло такое же зеленое. Сундучок какой-то. Лошадка приехала. Здорово. Нифига себе! Эй, вор, отдай! Нифига себе, как я удачно сюда заглянул. Он у меня хотел стырить. Где моя сковорода-то? Вот так вот его. Пинай, вора! Ничего себе! Вот это да! Вовремя я туда заскочил. А если бы не заскочил, он бы у меня стырил. Мне нужен охранник тогда по такому поводу. Пришло время повесить картину. Где и самое место, наверное, у входа, а может быть и не у входа, а вот здесь. Вот, да, по-моему, отличное место, хотя неподходящее написано. Вот сюда, да? Ладно, давай мы, наверное, вместо подковы, подкову снимем куда-нибудь ее, куда-нибудь вот сюда ее. А картину вот сюда повыше. О, так лучше, мне кажется. Что еще я там из мебели заказывал? Да, точно. Совсем забыл, что вот такие вот деревья. Забавные. 10 предметов декоративных установить. Я это сделал. Ну, красивенько вроде бы. Симпотненько. Уже немножечко уюта здесь создается. Это хорошо. Ко мне чуваки идут, но я могу вот так вот встать и не пускать их. Ты не пройдешь, усач. Я не пущу тебя. Я могу даже тебя отодвинуть от моей таверны. Ты будешь очень долго идти. Ладно, я не настолько зол на него, чтобы не пускать. Все-таки он мне деньги приносит. Вдруг он закажет суп или колбасу, которую мне нужен для квеста. Товарищ сидит, ждет его, а он только сейчас пришел. Он, кстати, стейк заказал, блин. Ни то, ни другое. То есть ни суп, ни колбасу он не заказал. Можно было не пускать. Все, последний заказ для квеста. Выполнил задание. Теперь мы можем повысить свою репутацию. Ну, в принципе, сейчас мы ее повысим. И сразу, смотри, задача перескочила — купить новый уровень таверны. То, что нужно. Я бегу покупать. Скорее покупать, чтобы у меня появилась новенькая фейка. Сразу же идем к улучшениям. Вот сюда. 700 у меня есть. Теперь у нас таверна 6 уровня. Да посмотри на эту красотень. Какая была развалина, а теперь-то что? Шикарнейший ресторанчик. По улучшениям. Где у нас там фея? Вот, фея-помощница. Купить за 200, конечно. Новый поднос тоже купить. Новые подносы. Чем больше подносов, тем больше заказов вы можете нести одновременно. Это то, что я хотел. То, о чем что... А где второй поднос, кстати, у меня? Да, тут... Воу. Фига. Прикольно, она просто потащила. А ты можешь что-нибудь другое делать? О, у нее домик какой прикольный. Роза, ромашка. Сразу две? Обалдеть. Так, одна официантка, другая повар. Можно изменить. Официантка, посудомойка, бездельничает. А, ну они сразу взяли по работе себе. Каждая взяла то, что нужно. О, стейк кому-то надо очень срочно подать. Бегу, бегу, бегу. Бегу. Держи. Так, тебе колбасу. Ты тоже? А, она колбасу развешивает. Молодец, молодец. Так, вот этого пассажира мы выкидываем. Давай, пошли, горбатый. Тут есть где-нибудь вода? Окунуть бы его туда. Воды поблизости не наблюдаю. Везде сухо. Тогда мы просто его разматываем и... Вот так вот. Куда он полетел? Не знаю. А, вон туда. Пускай отдыхает. А где мой второй поднос-то? Я вот понять не могу. Вроде бы как... Стой, подожди. А, вот! Второй поднос появился. Все здорово. Стейк кто-то там заказывал, нет? Так, держи. Суп Эль, держи. И пока можно продохнуть. Как классно, когда у тебя фея тут со стола все убирает. Тут колбасу развешивает. Прям класс. Можно... А, у меня же еще, смотри, пространство больше стало. Офигенно. Надо бы столики тогда, наверное, перетащить вот сюда куда-нибудь. Оп. А тут у камина... Слишком жирно, мне кажется, это получится. Стол уже занят. Кем? Кто-то на него хочет сесть?
А, вот ребятки идут, наверное, да. Они втроем, наверное, хотят сесть. Ну ладно. Пускай садятся, если им так хочется. Доставка, ресурсы. Эля, много надо, очень много. Ребят, надо подождать. Надо подождать. И вам тоже надо подождать. Что-то вас тут слишком дофига. Очень много. Как-то впятером хотите зайти, что ли? Срочный заказ. У кого срочный заказ? А стейков нет, ребята. Извините. Прям вот извините. Ничем помочь не могу, походу. Я могу, конечно, с вами поболтать, если вы... Нет, это не помогает вообще никак. Там лошадь приехала, но я не успею изготовить. Я про воров еще забываю. Стейк, стейк, стейк. Ага, трава надо еще наколоть. У меня дров нет, у меня там все потухло. Готово. Берем, тащим. Все, там стейк уже горит. Чуваку надо было принести, но он обиженно уходит от нас. Мы теперь, походу, вычеркнуты из списка его любимых мест. И он к нам больше никогда не придет. Все, стейки готовы. Кто дождался, тот молодец. А там явно есть один чувак, который хотел этого. А, он уже тоже ушел. Ну ладно тогда. Буду разливать пивасик. Я думал, что у меня будут мои эльфики разливать его. Но они не хотят разливать пиво. Точнее, эльф. Вам стейк и туда. Новый уровень. Фух, что-то я употел. Можно, наверное, и закрываться за сегодня. Давай-ка, пожалуй, это и сделаем. Кто-то наблевал в таверне. Ну, ё-моё! Вон та барышня за стойкой наблевала. А это же мужик был. Это не барышня. Пошел хромать отсюда. Спасибо, что ты взяла деньги и утаскиваешь кружку. Это так мило с твоей стороны. Забота. Ну вот, собственно, и все. Мы здесь прибрались. Пойдем посмотрим, что мы там еще можем теперь прикупить в декоре новенького. В мебели. Для шестерых. Вон, что давай закажем, конечно. Для четверых тоже купим. Что еще мы можем там по доставке из украшений теперь? Это нам не интересно. Тут ничего нового. Тут тоже все... Вот номер 5. Нифига себе. Вот этот вот подсвечник хочу. Вот это хочу. Давайте везите. Сейчас расставим это все. Стол на шестерых. Это мощно, конечно. Мы, наверное, его возле камина поставим. А этот развернем и здесь влепим. Да, так будет, наверное, лучше. Вот. А этот тут у камина на шестерых персон. А что, кстати, туалет там у нас нормально. Этот как раз из туалета идет, шатается. И кает. Лошадка. Кстати, если я стану поперек лошади, она проедет, нет? А, она меня с собой везет. Прикольно, хоть на лошадке покатаюсь. Иго-го. Это забираем. И... Блин, давай чеши отсюда шустрее, а. Помни весь захрянькал. Смотри какой. Убирай еще за ним. Ладно, хоть сортир не засрал. Все, вроде бы норм. Значит, стол на шестерых. На шестерых. Вот здесь он будет стоять. Можно его развернуть, в принципе. Чтобы... Нет, это много места займет. Давай так. И подсвечник можно куда-нибудь. Я даже не знаю, куда. Стой. Стол еще один мы вот тут вот так вот влепим. Вот, да. Нормально. Пойдет. Подсвечник. Было бы круто, если бы я его на стол влепил, но нет. Так нельзя. Куда его... Ладно, пускай будет на столе, пофиг. Вот, на столе. И у нас есть еще один подсвечник. Его... Может быть, сюда, да? На камин. Прикольно. На камине подсвечник. И еще у нас есть вот что. Куда бы это влепить? Ну, например, давай сюда. О, здорово. Not bad, not bad уже. Все поуютнее.
Ну что ж, на сегодня это все. Спасибо, что посмотрел. Если тебе понравилось, то ставь лайк. И не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующих роликов, на которых мы с тобой увидимся. Так что до встречи. А за такую прекрасную ламповую таверну я по-любому заслужил лайк. Так что обязательно поставь.